17 лет старый дом культуры в Кяхте не принимает посетителей. Здание признали аварийным. Отстроить на его месте новое хотели давно, но не было средств. Теперь же деньги появились. Их выделят в рамках единой дальневосточной субсидии. К сожалению, тут затянут вопрос с проектированием был. Сейчас ускоряем процесс, и в феврале уже должны быть заключены все контракты. С таким условием, что в 2024 году этот дом культуры должен быть введен в эксплуатацию, принять уже первых зрителей, посетителей. Согласно проекту, новый кяхтинский ДК будет выполнен в стиле классического купеческого дома в два этажа. Вот план первого этажа, сам зрительный зал. Сколько мест? 400 мест, фойе, дискозал, многофункциональный зал. Это с этой стороны. Ну и, понятно, здесь буфетная часть, столовая. Общая площадь здания составит 2500 квадратных метров. Там будут также помещения для репетиций и занятий в секциях дополнительного образования. Во сколько обойдется строительство, пока неизвестно. Ася Касьянова, Новости дня.